Всем привет, ребята, с вами Black Frieren. И я Вейн, и сегодня мы будем троллить друг друга на этой карте. Да, карту мы строили сами, и довольно-таки мы ее долго строили, так что вы должны за это поставить свои лайки. Да, это новый формат для нас, так что обязательно ставьте лайк. И подписывайтесь на наши каналы, а мы начинаем. Ну что, ты готов? Я готов, а ты? Все, давай пожмем друг другу руки и давай. Начнем. Все, удачи. Тебе тоже. Ну, все, короче, мы начинаем строить. А ты готов строить? Да, я готов строить. Ну, тогда окей. А, ну вот, я уже карту достроил. Не я знаю, это как там Вейн. А, ты уже почти? Окей. Я тогда тебя жду на середине. Давай. Встречаемся на середине. Короче, решим, кто будет первый проходить карту. Я жду. Так, мы решили, кто будет первым. И это буду я. Да. Все. Давай, веди меня. Пошли. Мне не терпится. Ты готов? Да. Сейчас увидишь. Ну. Заходи. Так, давай, я уже боюсь. Ну иди сюда сначала. Окей. Тут все нормально, заходи, заходи. Ну. И что дальше? Ну чё, сходи за хлебом. Окей. Все, теперь тебе надо сходить. Иди за хлебом. Удачи. Ну я уже здесь уже вижу ловушку. Ага. Так, ладно, я пошел. Давай. Это чё? Тут три двери. Угу. В общем, тебе нужно найти ключ и открыть правильную дверь. Ну потом ты можешь, если неправильно, открыть. Ты прошел ловушку, смотри, и даже не упал. Лол. Как-то ты ставишь ловушки. Лол. Эй, выпусти меня. Так, все. Это мне не нужно. Будем сейчас проходить паркур. Так. Давай. Проходи паркур. Так. Он довольно легкий. Опа. Ну тут какой-то прыжок сложноватый. Ой. Сейчас мы его пройдем. Да, я здесь прыгнуть не могу. Сейчас. Оп. Да какого фига? Раз, два. Оп. Да я тут не могу попасть. Давай, что ты за паркур такой создал? Я его проходил. Да как? Может тут быть, невозможно раз за пройти. 15. Оп. Да. Ты только что там стоял. Недавно. Я ж, да. Есть. О. Давай. Я сейчас не допрыгну. Я так и знал. Я не смогу допрыгнуть. Так. Если не сможешь еще 5 раз, то я улегчу. Не, я смогу. Главное вот здесь допрыгнуть. И все. Но там еще сложнее. О, да. А что я здесь ударился? Так. Опа. Давай. Я голову не поднял кверху. А что ты здесь стоишь? Наблюдаю. За всем. Да. Да тут нереально пройти. Или это просто я не умею? Ты издеваешься надо мной. Ну я не могу понять, как его пройти. Да как? Да. Сейчас, подогоди. Оп, у меня подлагало. Давай немножко, может, улегчишь. Хотя, стой. Ну, давай. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Итак, все, мы улегчили немного, потому что да, я вот что-то... Да, вот здесь вот мы немного улегчили. Да, давай. Что-то я нублю. А этот блок опять не могу допрыгнуть. За кадром ты прыгал. За кадром, да, получилось один раз. Как говорится, закон подлости. Оп, блин, здесь не вовремя пробел нажал. А здесь вообще мимо прыгнул. Оп, оп. Да, я же допрыгивал. Сейчас. Так. О, так, я здесь spawn point поставлю, потому что сложный прыжок. Угу. Вот. Вот тут был. Окей, я сейчас здесь пройду.
Ну, я перепрыгнул его. И вот давай. Так. И что тут дальше? Давай. Не. Давай. Ну, я пройду. Я пройду. Так. Так, а если... Давай. А вот так сразу сделать. Держусь. Давай. Почему я сразу так не сделал? Так, теперь здесь допрыгнуть и поставить спаунпоинт. Так. Так. Рычаг. И теперь мне нужно открыть ту дверь. Окей. Да, но их здесь три. Давай-ка вот эту. Опа-на. Все. Итак, я угадал? И как ты узнал, что это дверь? Так, и как окей. Ты выбрал сразу такую дверь? Я не знаю. Правильно. Сейчас буду выбирать печку. Давай-ка я факел теперь поставлю. Тут надо найти тебе три рычага, чтобы открыть эти три двери и пройти дальше. Давай. Ага. Ищи. Тогда мы будем искать где-нибудь здесь рядом. Если бы я прятал, я бы где-нибудь прятал бы в полу. Ну, я нашел. Оно почти во всех стенах. Один. Один нашел. Еще два. Да ё-мо, я один... два раза на одну и ту же печку. Я не знаю. Я уже ищу. Так, ну ты что, и спрятал, третий? Конечно. Ищи. О, нашел. Давай. Нашел три рычага. Теперь мне нужно сюда, да? Да. На пол. Так. Я сквозь дверь прошел. Так, и опять. Стой. Не сюда, ну ты и троллинг. А вот сюда. Ну ты и тролль. Да. Сейчас я тебя тпхну. Давай. Я постоянно прохожу мимо твоих ловушек. Все, можешь идти к двери. Окей. Быстренько пробегаем, потому что здесь может быть ловушка. Так, ты почти дошел до магазина. Мага-зина. Вау. Я вижу здесь проход. Прикольно. Я нашел рычаг. Все, иди к магазину. Ты разобьешься. А, нет. Нет. Окей, открывай магазин. О, боже мой. Теперь нужно найти хлеб. Для своего хлеб. Деда. Окей. А это был дед на спауне? Да. Ты же его внучок. Ладно, окей. Я уже все нашел. И все? Да, все. Ты прошел мою карту. Молодец. Оу, е. Круто. Ладно, теперь пошли мою проходить. Так, все, я переключаюсь в креатив. Угу, я уже переключился. А ты должен в выживании быть. Я выкину все. Ну, иди, выбирай двери. И сразу же попался на мою ловушку. Так, ТП. Я сейчас умру. Я не успел тебя ТП-шнуть. Так, все, ко мне давай. Все, выбирай дверь. Здесь тут... нету кнопки. Подожди, я кнопку забыл поставить. Все, давай. Так, ну я хочу вот в эту. Давай. А. И опять ты попался в мою ловушку. Блин, я не успел тебя затпшить, но ладно. И как мне выбраться? Спасибо. Классно, ты вообще тпхаешь. Все. Так, все, выбирай. Вот это. Давай. Все. А нет. Я опять попался на мою ловушку. Все, теперь последняя дверь. Вот это. Не бойся, там ловушек уже не будет. Ой, застрял. Все. Все, теперь ищи. Выход, давай. Так, давай. И что же здесь надо делать? Ключ найти. И выбрать правильную дверь. Ага. Я прохожу паркур. Давай.
Бери рычаг. Ай! И ты попался опять в мою ловушку. Так, сейчас я тебя затпшу. Скажешь, когда ты погибнешь. Давай. Все? Все. Выбирай дверь. Ну, я пойду сюда. Ой, а чего валяются факела? Не знаю, наверное, баг какой-то. Так. Давай. Я куда-то вышел. Это неправильная, значит, дверь. Так, давай. Так, что здесь? Лабиринт? Нет, здесь ты должен найти правильную кнопку. Давай, давай. И ты упал. Все. И все, ты прошел мою карту. Ну, как впечатление о карте? Хорошо. Много я тебя затроллил. Да, много троллинга. Да, я старался его побольше сделать. Ой, ну что, пошли прощаться. Ну все, пошли. Я жду тебя на центре. Всем привет, дорогие друзья, с вами был Крис и... Бэкфризен. А как и я, Вейн. Всем привет, ребята, с вами Бэкфризен. И я, Вейн. И сегодня мы будем троллить друг друга на этой карте. Которую построили мы сами. И что дальше? Всем привет. Всем привет, ребята, с вами Бэкфризен. И я, Вейн. И сегодня мы будем троллить друг друга на этой карте. Всем привет, ребята, с вами Бэкфризен. И я, Вейн. И сегодня будем снимать друг друга. Всем привет, ребята, с вами Бэкфризен. Чокнутый су... Ну, на этом все. С вами был Бэкфризен. И я, Вейн. Ой. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте вот такие вот пальцы вверх. Ну, и всем пока. Всем пока.